Объявлены результаты конкурса «Студенческий стартап». Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» более 1000 победителей из 68 регионов страны стали миллионерами и создадут собственный инновационный стартап. Среди победителей 7 студентов из Чувашии. Каждый получит по 1 000 000 рублей. Ребята представили 4 проекта по направлению – цифровые технологии, 2 проекта «Медицина и технологии», «Здоровье, сбережения» и 1 проект на тему «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».